Надо торопиться. Папа, ты куда? О, это Бон-Бон. Привет. Что это у тебя? О, это чтобы тянуть сломанные машины. Правда? Бон-Бон тоже хочет, тяни меня. Нет, нельзя. Это только для сломанных машин. Ну, всего разик. Ура, залез. Ага, ну вот, я же просил. Это так весело. Сейчас опущу, сиди смирно. Как странно. О нет, заклинило. Что же делать? Скоро начнется школа. Ладно, едем сначала в школу, а после в мастерскую. Тото и Бон-Бон. Эвакуатор по имени Тото возвращается с работы. Ну и устал же я сегодня. Тото! Тайо, ты куда? А, я еду на площадку. Поехали со мной. Я так устал, даже не знаю. Да перестань, будет весело. Хорошо. О, Тайо! Ух ты, не знал, что ты здесь. Это кто такой? Это мой друг Тото. Привет. Привет, Тото, поиграй со мной. Ну, ладно. Давай играть в палочки. Да, Тото, давай. Что? Что? Уже начали играть? О! Голова кругом! Осалил! А теперь водит Бон-Бон. Стойте! Почему Тото не играет? Ну, как-то это опасно. Тото, а может в другую игру? Да, смотрите-ка, что я умею. Вот. Ух ты, а как ты это делаешь? Да это просто. Вот так вот. Сколько шума. Эти малыши такие громкие. Кажется, я не очень люблю детей. На следующее утро Тото едет в школу. Надо торопиться. Тото, ты куда? О, это Бон-Бон. Привет. Что это у тебя? О, это чтобы тянуть сломанные машины. Правда? Бон-Бон тоже хочет, тяни меня. Нет, нельзя. Это только для сломанных машин. Ну, всего разик. Ура, залез. Ага, ну вот, я же просил. Это так весело. Сейчас опущу, сиди смирно. Как странно. О нет, заклинило. Что же делать? Скоро начнется школа. Ладно, едем сначала в школу, а после в мастерскую. Ладно. В школе вот-вот начнутся уроки. Тич проводит перекличку. Роги? Здесь. Гани? Здесь. Тайо? Здесь. Тото? Здесь. Здесь. Бон-Бон в школе. Бон-Бон, ты почему здесь? Ну, я не могу его снять, у меня захват заклинило. А, вот как. Бон-Бон, обещай вести себя на уроке как можно тише, ладно? Да, мисс Тич. Итак, сегодня мы поговорим о нашем городе. В городе так много разных зданий. Что это? Больница! Правильно. Тото, что значит больница? Там лечат больных людей. То есть
Дядь, это мастерская. Мастерская для машин. А это? Это пожарная станция. Тото, а это что? Оттуда вызывают на пожар. Оттуда вызывают? А что потом? Потом включаются сирены. А что такое сирена? А? Сирена, это сирена. Ой. Тото, на уроке надо молчать. Извините. Бон-бон, меня из-за тебя отругали. Пожалуйста, сиди теперь тихо. Ладно. Теперь посмотрим на это здание. Что же это? Кинотеатр! Там показывают кино! Верно, Шайн, молодец. Что это было? Это ты? Да нет же, это не я. Кто ты? О, нет, это же... Ох уж этот Бон-Бон. Сразу после уроков еду в мастерскую. Приключения Тайо. Хана! Хана! Тото, в чем дело? Мой захват надо починить. Сломался. Ну, вообще-то Хана уехала, и ее не будет до самого вечера. До вечера? О, нет. А куда делся Тайо? Он с друзьями на детской площадке. Да? Тото, я тоже хочу туда! Нет, нам нельзя. Мы должны ждать Хану. Нет, я еду туда. Ладно. Только ненадолго, ясно? Здорово! Тайо, давай еще! Я тоже хочу на горку! Нет, Бон-Бон, с горки вдвоем съезжать опасно. Тогда в салочки. Нет, тоже нельзя. Пятки? Нет. Гонка? Нет. Ты злой, ничего не разрешаешь. Это все потому, что ты застрял. Играть мы не можем, поэтому поехали обратно на станцию. Нет, я не поеду. Бон-бон остается. Что же делать? Здесь он так и будет ныть. О, точно. Бон-бон, тебе же было интересно узнать про здание. Показать тебе? Правда? Конечно! Ура! Хотя бы с площадки уедем. И Тото решил ответить Бон-Бону на все его вопросы. Ну вот, в больнице лечат людей. А это кинотеатр. Ух ты! Бон-Бон доволен, и у Тото тоже поднимается настроение. Я знаю, что это пожарная станция. Да, верно. О, ты же спрашивал, что такое сирена. Сейчас покажу. Смотри. Ух ты! Здорово! Тото замечательный! Где пожар? Где пожар? Нет, пожара нет. Тото все-все знает. Ты мистер Знайка. Мистер Знайка? Да. Когда я вырасту, я хочу быть умным, как Тото. О, хочешь быть, как я? Тото, в чем дело? Что-то я так резко устал. Топливо кончается. Надо на заправку. На заправку? Но тут ее нигде нет. Как бы не заглохнуть посреди шоссе. О, нет. О! Я знаю, где заправка. А? Я с мамой был. А? Да? И где она? Направо. Ладно, едем. Не могу. Я вот-вот заглохну. Тото, нет. Еще немного. Вперед, Тото. Вперед. Бон-бон. Ладно, еще немного. Автозаправка. Тото и Бон-бон доехали до автозаправки. О,
Если бы не ты, я бы заглох посреди дороги. Спасибо, Бон-Бон. Да не за что. Ты молодец. Как трогательно. Чудесная дружба. Правда? Получается, мы друзья? А я так хотел от него избавиться. Тото, ты уже заправился. А? Да. Поехали. Вечером вернулась Хана. Готово. Бон-Бон, медленно опускайся. Ладно. Тото, посмотри! Я теперь сам по себе. Отлично. Тото! А? Да. Ты, наверное, так устал. Я видел, как Бон-Бон хныкал. Тяжело с ним. Ты, наверное, теперь чувствуешь такое облегчение, да? О, ну, вообще-то... Так, Бон-Бон, тебе пора домой. Я позвоню Кэрри, чтобы она приехала. Постой. Я его провожу. А ты не устал целый день за ним смотреть? Точно? Да не волнуйся. Бон-Бон, поехали. Ладно. Это они так подружились. Я не знаю. Тото, ты устал. Это все из-за меня, да? Нет, мне было так весело. Благодаря тебе. Спасибо, Бон-Бон. Правда? Да. Мне тоже было весело с моим другом Тото. Давай дружить и дальше. Давай. И хотя их больше ничто не заставляет быть вместе, Бон-Бон и Тото теперь и сами не хотят расставаться. Таю и Диди Бо. Одним чудесным утром Таю наслаждался своей работой. Я права. Нет. Автобусы быстрее. Нет, поезда быстрее. О, дети, вы чего? Спросим у Таю, кто быстрее. Да. Таю, скажи, кто быстрее, автобусы или поезда? Кто быстрее, автобусы или поезда? Конечно же, автобусы. Роги? Вот, взгляните, какие мы шустрые. Да! Я же говорила. Не верю. Тайо приехал на автобусную остановку возле вокзала. Приехали, ребята, мы на вокзале. Спасибо, Тайо. Тайо. Привет, Диди Бо. Привет! Смотрю, ты работаешь. Ага. О, это же Диди Бо! Диди Бо! Привет! Диди Бо, а поезда медленнее автобусов? Медленнее? Ну... нет, не думаю. Видишь, я же говорил. Нетушки, автобусы быстрее. Так ведь, Таю? Мы строим гонку, и тогда увидим. Ладно, ты думаешь, мы струсим? Таю, согласен на гонку? Что? На гонку? Ну... Видишь, Таю не уверен, что победит. Он не уверен, да, Таю? Конечно. Значит, не отступишься? Диди Бо, ты согласен на гонку? Так Таю и Диди Бо согласились провести гонку. Сомневаюсь. Что? Ты согласился на гонку против Диди Бо? Это как-то само собой вышло. Но поезда очень быстрые. Все потому, что Роги сказал, что автобусы быстрее. Да ты справишься! Давайте докажем им, что автобусы быстрее поездов. Но поезда определенно быстрее. Ерунда! Если потренироваться, то кто знает, может и победишь. Да, давай, Тайо, отстоим нашу честь. Решено. Тогда я помогу. Хорошо, я согласен. С завтрашнего дня начнем тренировки. Ладно. На следующий день Тайо и его друзья согласились встретиться для тренировки. Где это все? У нас же тренировка. А? Ну что, готов заниматься по моей особой программе тренировок? По особой программе? Поднимись по горке с привязанной шиной. Пошел!
Тайо, давай, тяни сильнее! Ну же, Тайо! А теперь мы потренируемся в быстрой езде. Да, в этом я хорош. Вперед! Гляди, какой я быстрый! Ай! Как холодно! Что вы делаете? Тайо, если не хочешь на мокрых, придется быть быстрее. Что? Один! Быстрее! Я так больше не могу! Тайо, ты справишься! Осталось последнее задание! Поехали! У нас же еще одно задание! Почему вы танцуете? Скорее поезжай за ними! Что? Приехали! Нельзя вот так сразу уезжать! Поэтому ты должен внимательно слушать, когда дают сигнал. Какой сигнал? О, понятно. Тайо и его друзья продолжили тренироваться. Вперед! Вечером к Хане в гости зашел механик Тео. Привет, Хана. Вот инструменты, которые ты просила. Спасибо, Тео. Ты меня очень выручил. А кстати, ты еще не слышала про гонку? А? Тайо против Дидибо. Что? Мы вернулись! О, Тео! Добрый вечер! Привет! Привет всем! Тайо, это правда, что вы с Дидибо решили устроить гонку? Мы докажем всем, что автобусы быстрее поездов, да? Тайо, ты точно победишь Дидибо! Да, тебе просто нужно выложиться так же, как сегодня. Ну, правда? Ну, ладно. Да, ты сможешь, Тайо! Ты сможешь! Ребята, поверить не могу. Тайо! 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 Ура! Тайо вперед! Тайо, маленький автобус! Чтобы приготовиться к гонке, Тайо тренировался изо всех сил. Вот так! Молодцом! Тайо, ты справишься! Давай, Тайо, быстрее! Тайо! 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 Так держать, Тайо! Сегодня ты был намного быстрее, чем вчера! Все это лишь благодаря вам! Вот это да! Какой быстрый! Увидев, как быстро мимо них промчался поезд, Тайо начал сомневаться в себе. Тайо, все хорошо? О, это же Тайо! Почему он такой грустный? Лани, вряд ли я смогу победить. Ты чего? Я знаю, ты сможешь. Не переживай. Тайо. И вот настал день гонки между Тайо и Дидибо. Поезда и автобусы со всей округи приехали ее посмотреть. Наверное, гонка скоро начнется. Класс! Тайо, ты же долго готовился? На старт! Внимание! Что ж, поехали! 3, 2, 1, вперед! Погнали! Тайо, такой быстрый! Поэтому ты должен внимательно слушать, когда дают сигнал. Какой сигнал? Наши тренировки точно пошли на пользу. Да! Если Тайо продолжит в том же духе, то он победит. Давай, Тайо! Ты сможешь! Вот так, да! Я едва тебя догнал! Что, Дидибо? И я!
не отставай! А? Дяди Бо поехал быстрее! Мне надо ускориться! Что? Ух ты! Давай, подожди! Таю, давай! Вперед, Дяди Бо! Дяди Бо замедляется! Я смогу его догнать! Вперед! Я впереди! Как он оказался на путях? Что произошло? Я тоже переживаю. Поехали, живо! Давайте спасать! Да. Осторожно, не спеши. Спасибо, Тото. Пустяки. Таю, все хорошо? Не сильно ушибся? Ага, да, все нормально. Скажи, Таю, что случилось? Таю! Ребята! Таю, ты в порядке? Хана! Стой, дай-ка взгляну. О, к счастью, ты сильно не пострадал. Прости. Если б не авария, Таю точно бы выиграл. Обидно. Рогги! Дяди Бо! Ты шел впереди меня. Почему же ты замедлился? Лани, вряд ли я смогу победить. Ты чего? Я знаю, ты сможешь. Не переживай. Таю. Ну, это все... Это все благодаря моей программе тренировок. Она помогла Таю стать намного быстрее. Что? Да, именно. Это не я замедлился, это ты ускорился. Как-то это подозрительно. Подозрительно или нет, пообещайте, что вы больше не будете устраивать гонки. Что? Ладно. Ладно. Да, автобусам и поездам нет никакой нужды соревноваться. Рогги, ты же сам их подначивал. Что? Да брось, я всего лишь шутил. Что? Так гонка и закончилась. А дружба Таи и Дяди Бо стала еще крепче. Джей и Ирача. В городе большая пробка, но видите, это Джей. А? Что там такое? Почему здесь пробка? По дороге сюда я видела аварию. О, авария? Надо срочно ехать. Почему стоим? Да, это да. Что тут случилось? Вот, прости. Вся дорога теперь грязная. А я ведь только смотрю. Мне правда жаль. Ирача, аккуратнее. Что произошло? Джей, смотри. В общем... Почему ты плачешь? Не плачь, ну. Ирача, ты успокоился? Да, все хорошо. Вот и славно. Но скажи, почему ты плакал? Ну, я все время допускаю ошибки и этим доставляю проблемы другим машинам. Ошибку может допустить любой. Они бы поняли. А, но, Джей, это далеко не в первый раз. Каждый раз я слишком резко затормозил, из-за чего открылась клетка с цыплятами. Я устроил затор на дороге. В другой раз не заметил течь, разлил масло, машины на нем поскальзывались и бились. А еще во время доставки я уронил одну бочку и подверг жизни людей опасности. Ты правда допустил столько оплошностей? Да. Думаю, мне лучше перестать возить грузы. Ой, пожалуй, я поеду. Ирача! Я научу тебя избегать ошибок в будущем. Что? Но как?
Сначала надо узнать, почему ты их допускаешь. Я тебе помогу. Джей! Спасибо! Ну не плачь. На следующий день Джей и Ирачи приехали в магазин. Ну вот, готово. Остальные другому грузовику отдам. Да ерунда! Грузите остальное! А ты уверен? Коробок-то много. Да бросьте! Ирачи, так делать нельзя. А все потому, что если нагрузить много коробок, их можно уронить. Поэтому не надо брать слишком много. Вот оно как! Ладно, я понял. После этого Джей продолжила наблюдать за действиями Ирачи. О! Защитник Икс! Класс! Ирача, если смотреть по сторонам, пока ты едешь, то можно попасть в аварию. Ух ты, какой миленький! Поэтому сосредоточься на дороге, ладно? А, ладно, прости. Опять? Ирача, остановись-ка на минутку. Ладно. Нужно замедляться на поворотах, иначе ты можешь перевернуться. Ты понял? Да. Что же делать? У меня все больше ошибок. Ничего. Мы узнали их причину и теперь будем тренироваться. Тренироваться? Да. Доверься мне. Джей и Ирача поехали на стоянку у набережной для особой тренировки. Малыши автобусы помогут нам с тренировкой. Ребята, спасибо вам большое. Не за что. Ирача, тебе нужно проехать через расставленные здесь конусы. Но это слишком легко. Поэтому у меня есть еще кое-что. Вот так. Тебе необходимо проехать, не разлив воду. Ну ладно, я попробую. Да, и что бы ни происходило, ни на что не отвлекайся. Понял? Да, хорошо. Ирачи, ты сможешь! На старт и марш! Хорошо. Тайо, ты готов? Да. Вот так, вот так. О, это же защитник Икс! О, защитник Икс! Ай, как холодно! Ай, я разлил воду! Ирача, я же сказала, сосредоточься на дороге, забыл? О, да. Попробуй еще раз. И теперь ни на что не отвлекайся. Ладно. Бум-чака-бум, чака-бум, чака-бум, бур-бум. Бум-чака-бум, чака-бум, чака, будем плясать. О, ну вот опять. В этот раз сосредоточусь. Ах ты, щеночек. Ирача, давай-ка передохнем. Ни за что, буду тренироваться. Ирача усердно тренировался весь день. Аккуратно, аккуратно. Ура! Получилось, получилось! Поздравляем, Ирача! Теперь все будет хорошо. Отныне я всегда буду осторожен, Джей. Да, я знаю, ты отлично справишься. Джей! Спасибо вам всем большое! Тайо, маленький автобус! На следующий день Ирача готовился выполнить очередной заказ. Так, еще одну. Подождите. Я думаю, что уже достаточно. Стой, ты это серьезно? Больше не возьмешь? Если брать слишком много груза, это опасно. И прошу, убедитесь, что груз хорошо закреплен. Вот как? Сейчас. Тем временем Джей с
спешит в центр экстренной помощи. Надеюсь, у Ирачи все нормально. А? Похоже, авария. Надо посмотреть, что там. Что случилось? Что происходит? Ирача, что здесь произошло? Джей, ты вчера мне так помогла, но я снова оплошал. Что произошло? Прости, Джей! Постой! Ирача снова устроил аварию? Но ведь... Он так усердно тренировался. Ура! Получилось! Получилось! Поздравляю, Ирача! Теперь все будет хорошо. Отныне я всегда буду осторожен, Джей, обещаю. Должна быть другая причина. А? Веревка была непрочной. Значит, все из-за этого. А? Джей, у нас пожар. Срочно выезжай на помощь. Хорошо, я сейчас буду. Джей тут же примчалась на место пожара. Фрэнк! Джей, там одному нужна помощь. Поняла. Давайте помогу. Спасибо. Джей, сюда его. Вот так, потихоньку. Потерпите еще немножко. Отвезу его в больницу. Хорошо. О, постой! Джей, что такое? У тебя шина спущена. И правда. Тебе нельзя так ехать, Элис. О, нет, но мне надо отвезти пострадавшего. А? Это же Ирача. Я снова подвел Джей. Там ведь пожар. Ирача! Мне нужна помощь. Что происходит? Нам надо доставить пострадавшего в больницу. Но Элис, у нее спущено колесо. Ты сможешь отбуксировать ее до больницы? Я? Отбуксировать? Но, Джей, что если я опять оплошаю, как раньше? Та авария была не по твоей вине. Глянь сюда. Веревка, которой мне привязывали груз. Да. Твой груз выпал, потому что веревка была старая и порвалась. Правда? Угу. То есть это не моя вина? Ничуть. Я верю в твои способности. Джей, я сделаю это. Спасибо. Большое спасибо. Ага, можешь не переживать. Ирача буксирует Элис в больницу, чтобы отвезти пострадавшего. У нас пострадавший. Пожалуйста, дайте проехать. Ух ты! Защитник Икс! Какой здоровый! Бум-чака-бум-чака-бум-чака-бум-бум-чака-бум. Не допустив ни единой оплошности, Ирача приехал к больнице. Что ж, вот и приехали. Да уж, Ирача, ты молодец. Ирача, я так благодарна тебе за помощь. Спасибо, это все благодаря Джей. Да брось, это благодаря твоим усердным тренировкам. А? А это еще что? Это же масло. Что? Так, Ирача, похоже, тебе нужны еще тренировки. Не хочу больше никаких тренировок, Джей! А ну-ка, стой! Благодаря Джей, Ирача теперь может выполнять свою работу лучше. Мы многого от тебя ждем, Ирача.